Темпы жилищного строительства в Ленинском районе впечатляют, увеличиваясь ежегодно в геометрической прогрессии. Но каждый новый микрорайон в обязательном порядке прирастает еще и образовательными учреждениями. Недавно мы рассказывали вам о детских садах, которые будут построены в ближайшие годы. Этот сюжет о школах. Внимание на экран. На данном этапе строительства можно только догадываться, что вырастет на этом месте. Пока же высотки, возведенные компанией «Мортон» в микрорайоне «Завидное», кажется, с любопытством наблюдают за историческим процессом. Прораб участка Дмитрий Демков, для которого этот проект в компании стал одним из первых, познакомил нас с будущей школой поближе. Сейчас идет монтаж железобетонных колонн, ригелей, плит перекрытия. В общем, на стадии монтажа находится школа. По срокам сдачи намечено на сентябрь 2015 года. Один блок будет 3 этажа, другой блок, учебный блок, будет 4 этажа. Новая школа рассчитана на 1000 учеников. И, как и все проекты компании «Мортон», будет готова отвечать самым высоким требованиям современного образования. В надежности материалов строители тоже уверены. Школа будет построена из колонн, ригелей, плит перекрытий и панелей, которые непосредственно производятся на домостроительном комбинате группы компании «Мортон», который совсем недавно запустился и развивает собственное производство. Школа на 825 мест, строящаяся в Дрожжино, также примет своих учеников в следующем году. Но здесь уже можно представить будущий облик учебного заведения. Она будет выглядеть прекрасно, поскольку в наших конструктивно-планировочных решениях, в архитектурных решениях, в общем-то, сосредоточены все передовые мысли, все передовые идеи. И в «Мортоне» мы стремимся к тому, чтобы школа не только, скажем так, обеспечила свой функционал обучения, но и, скажем так, чтобы наши социальные объекты были настоящим украшением строящихся микрорайонов. Также в ближайшей перспективе строительство школ в микрорайоне Радужный и в деревне Тарычево. Татьяна Брылова и я, Дамия Елена Кошлева, Видное ТВ.